Здравствуйте, друзья! На связи Дед Мазай. По эту сторону экрана снова я, по ту сторону экрана снова вы. И сегодня мы с вами небольшой обзорчик услышим большого товара. А, где товар-то? Где товар-то? Здравствуйте, здравствуйте. Вот такая вот штукенция. Это шутка. Это рука, которая для Хэллоуина. Рука выполнена из какой-то резины, не резины даже, а что-то такое мягкое. Вот она как бы такая очень натуральная. Смотрите внимательно. Вот так сходу выглядит натурально. Вот особенно если вот так вот повернуть, почему-то большой палец не получился у них. Рука мягкая, мягкая игрушка, которая набита синтепоном. Кстати, сразу хочу сказать, что когда она пришла, я синтепон оттуда вытащил. Вот здесь вот можно как бы разобрать аккуратно, вытащить синтепон изнутри и набил в пальцы синтепона, чтобы они как бы были более естественные. Вот, потому что по умолчанию они были без синтепона и какие-то сплюснутые. Сейчас они вроде как более естественные стали. Вот такая вот штукенция для Хэллоуина. Ну, поскольку у нас нет Хэллоуина, это вот кого-нибудь напугать. Вот так вот она выглядит. Она вся сделана из мягкой пластмассы. Вот, смотрите, видите, я как бы сгибаю, сминаю. А поскольку там внутри синтепон, то она как бы свою форму сохраняет. Вот единственное, что не продумана ладошка. Если бы она была вот так вот вогнутая, вообще был бы эффект 100%. Даже когда она лежит вот так. А сейчас приходится, в принципе, вот так вот показывать людям. Но все равно смотрится солидно. Цена небольшая. Вот, напугать кого-то можно. В принципе, вот пальцы смотрятся вообще очень реалистично. Ну, у меня не такая, это, скорее всего, как детская или женская рука. Вот такая, да, вот очень солидно выглядит. Поскольку она мягкая, как бы, и держит форму, то есть можно придать форму. Очень хорошо видно, что вот, как бы, кожа завернулась вот здесь, вот, сочится кровь, торчат две кости, вот, видно. Виден мозг, кости, но это все тоже бутафория, как, собственно говоря, и вот эта кровь. Ну, то есть, вот такая вот мягкая игрушка. Если кого напугал, извините, благодарю за внимание. С вами был Дед Мазай. Пока-пока. Да, кстати, забыл. Если вдруг вы еще не подписались, подпишитесь на канал, будет много всего интересного.